коронавирусом справились еще 40 ставропольцев. Общее число выздоровевших превысило 187 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 19 заболевших. Один пациент скончался. Защититься от вируса помогает вакцинация и ревакцинация. В Ставрополе достраивают детсад на улице Чапаева. Дошкольное образовательное учреждение сможет принять 160 малышей. В двухэтажном здании разместились бассейн, залы для занятий спортом и музыкой, сообщили в региональном Минстрое. На территории вокруг учреждения оборудовали игровые и спортивные площадки. Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография». Ввести здание в эксплуатацию планируют в начале лета. В этом году отремонтируют 2-километровый отрезок региональной трассы Янкуль-Новый Бешпагир-Грачевка. Ежедневно этой дорогой пользуются жители близлежащих населенных пунктов. Однако сейчас на проезжей части множество дефектов, сообщили в Миндоре Ставрополя. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок обочины и установят знаки. В этом году стартует капремонт Ипатовской районной поликлиники. Здание обновят окна и двери, приведут в порядок полы и кровлю, заменят все коммуникации, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении также проведут отделку внутренних помещений. Все работы пройдут в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения.